Более 300 тысяч букв и свыше 2000 часов кропотливой работы. В Бобруйске спустя несколько десятилетий появилась священная Тора – главный сакральный предмет в иудаизме. Текст свитка, полностью написанный от руки, несет в себе учение и наследие, данное Богом, евреям и миру. Есть такая традиция, что в каждый город должно быть свой. Вообще положено на каждого человека держать такой свиток у себя. Понятно, что нам не по силе, чтобы у каждого человека было такой, поэтому у нас появилась такая возможность сделать одну для всего города Бобруйск. Тора проделала немалый путь, прежде чем оказаться в Бобруйской синагоге. Сначала священный текст на протяжении 1,5 лет писали в Иерусалиме, и лишь затем передали в город на Березине, где провели церемонию завершения Торы. Тот человек, которому Бог дал ума и сердца сделать этот прекрасный подарок городу, чтобы Бог его одарил долголетием, счастьем, здоровьем и вот такой парносой. Из стен синагоги торжественная процессия следует к еврейскому дворику. И здесь каждый иудей может танцевать и обнять Святое Писание, как бы показывая, что он дружит со своим законом и будет творить только благо. После зажигательных песен и танцев яркая колонна двигается в сторону синагоги, где завершится обряд, но продолжится праздничное веселье. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.